Было такое, что ты безответно влюблялся? Да, было. Забывал ли ты когда-нибудь надевать трусы? Ну, забывал, не было такого. В целом, бывало. Приходил ли ты в университет с перегаром? Конечно. Было? Было. Был ли, Антон, у вас секс втроем? Нет. Были ли у тебя конфликты с кем-нибудь из коллектива импровизации? Да, безусловно. А было ли такое, что ты считал себя лучше остальных коллег по цеху? Мы все втроем лучше, чем Матвиенко, но чем остальные никогда. Было ли такое, что на концерт выходил в нетрезвом состоянии? Было. Было ли желание втащить Арсу? Да было стопудово. У тебя был Антон Шестун и Догарик. С кем? Пока! Пока!